Здравствуйте, друзья. Сегодня выдался день, я доделал управление светом для вот этих вот моих ворот въездных. Если кто видел мое видео, там есть подсветка, ночная подсветка открывающихся ворот, открытых ворот. Потому что это очень удобно, когда открываются ворота, и створка вот эта подсвечена, потому что в тонированной машине в дождь, в снег, в ночью есть шансы, что можно въехать в створку ворот открытую. Поэтому вот еще давно это было сделано. Но было реализовано на герконах. На герконах. Вот здесь вот они стояли. Вот там внутри был магнитик. Ну, я их уже, наверное, раза 4 менял. И, честно говоря, я уже запарился с ними. Поэтому решил переделать на просто концевые выключатели. Вот такие взял. Потом их покрашу черным. Почему, собственно, я их и не ставил, потому что мне не нравилось, что оно, во-первых, большое, а во-вторых, они, ну, какого-то цвета. Поэтому, значит, я их просто покрашу в черный, и их видно не будет. Это специальные концевые выключатели, влагозащищенные. Показываю, как эта штука моя работает. Потом еще будет ночью снято, а сейчас пока дневной. Итак, вот тут вот в торца наклеены, видите, ленты светодиодные. И когда ворота откроются, створка будет подсвечена. Таким образом, когда будет ночь, дождь, снег, какая-то слякоть, машина тонированная, всегда можно идти, как я говорю, по приборам. Потому что створка подсвечена, ее четко видно, а вы никогда в нее не въедете задним ходом. Потому что в основном все аварии всегда происходят задним ходом. Вот, сработал концевик. А, сработал, только я не включил свет. Секунду. Сейчас. Вот, не сработал датчик, потому что надо же выключить датчик света. Потому что если день, эта функция подсветки не работает, соответственно. Так, вот включились фонарики подсветки, как будто бы ночь. Вот, смотрим теперь, как это работает. Включаю пульт. Опа, открытие. Сейчас будет щелчок. Оп, вот включились. Свет тут и свет тут. Но я потом еще ночью пересниму, потому что сейчас видно плохо. Теперь закрываю. Смотрим. Сейчас будет щелчок. Это когда выключение происходит. Вот все, выключился свет. Соответственно, вот створка. Опа. Очень удобно. Всем рекомендую. Итак, стемнело, включилась подсветка ворот. Сейчас продемонстрирую подсветку открывающихся ворот. Нажимаю. Оп, сработали концевые выключатели. Ленты разных цветов получились. Это была та, что была на воротах, а та отказала, купил новую. Но они вот почему-то разные, хотя брал белую. Но такое. Она или выцветает со временем. Вот она закрывается. То есть видно четко створку. Мимо проехать невозможно. Или въехать в нее. Потухло. Вот концевички. Сейчас почти ничего не видно, конечно. Но все четко. Все четко работает. Причем можно сделать, отрегулировать открытие, то есть время, когда срабатывание вот этого света, то есть угол, можно выставить чуть раньше. Вот, оно сработало в таком положении. А если вот здесь эти концевички подставить под них там какие-то подкладочки, то оно сработает раньше. То есть вот сюда. Вот сюда, если подложить что-то, вот, оно будет срабатывать быстрее. Ну все, отлично. Рекомендую всем использовать такую систему, очень удобно.